сожалению, да. Начал делать запись. Короче, для тех, кто запись пропустил, потому что не было ретрансляции, я не сразу. Мы потеряли свежекупленного танка, к сожалению. Нашли новых двух. И вот они, да, 230 у одного. Второму не хватило немножко. Семьдесят броня. Так, давай сразу уровень. Вот он, крас. Это кто? Да, это на вторую позицию, товарищ. Инициатива, атака, рейд. Атака, инициатива и... Так, а что ему? Что ему делать, если он будет с секирой стоять? Секиры ставить он все равно будет периодически получать, поэтому деф ему даем. Временно берем бонусную экспу, потому что все равно вернется, если мы докачаемся. Возвращаемся сюда сразу же в ратном дворе, берем им еще. Ну, а скорее всего, уже уроки ветерана на 3 битвы вперед. Покупаем еду. Продаем какие-то старые вещи. Ну, те, которые вычинены были, по крайней мере. И можно пропить еще эликсир по опыту. Он дорогой, конечно. Я не эксперт, но почему бы не забрать все, не скин в ближайшем городе, хоть за копьем. Монеты лишней не будет. Понятно, да, спасибо большое за совет. Спасибо большое. Скинуть все ты не можешь, потому что, ну, это не очень выгодно. Тебе по-хорошему нормальные шмотки лучше бы починить. Это занимает какое-то время, но зато будет профит. Копье мы и так сейчас поскидывали главным образом. И место все равно валом. Фух. Ну все, надо идти сейчас прокачивать. Так, еду взял, еды мало. Дороговато. Вот, и сейчас нам бы с вами провести 3 хороших сражения. Хороших именно не по ресурсам, а по экспе. То есть таких, которые мы справимся, имея 2 леммингов, с одной стороны. С другой стороны, чтобы было максимально жестко. 13 андедов. Много воскресших воинов, немного древних легионеров. Экипировка какая-то странная. Ладно, начнем с этого. Некроманта нет. Такой разогревочный бой. Очень простой. Я зря сюда так согласился на него. Так, ты назад лучше. У тебя брони нет. Ты хорошо стоишь. Все остальные, наверное, ждут просто, да? Ну да. Там такой лучник топовый. Все, пропускаем лишниками ход. Ты заходи наверх лучше, чтобы не заняли. И вот сюда надо было тоже послать. Нет, здесь даже... Здесь 2-3 человека справятся вот конкретно с этими. Ну, им будет сложно. Хотя, подождите, еще кто-то подошел. Нет, это мелочь. Составим сюда танка одного. Здесь надо пострелять по тем, у кого нет щитов брони. Давай так.
Не хватило. Ну, ждем наступления основного. Погнали. Так, есть уже два сплэш. Танчик на горочке готов держаться. Это неприятно, хоть щит пробивай. Ух ты. Этого я не увидел. Этого я не видел. Так, пробуем. Плохо. Да я хотел немножко подебафать. Лучник хорошо работает. Здесь минус 7 щит. Здесь работаем, наверное, вот так по двойке. Не добили, увы, бафа не получили. Но дальше... Кстати, не факт, что дальше получим. Да, не получил. Очень плохо я основным действую. Что тут? Тут разлом щита пытаемся сделать. Бафаем арбалетчиком. Ай-яй. Другого не было варианта. Тут бьем. Тут скорее тык какой. Тык сюда, наверное. Отлично, леммингу опытом взяли. Не, нормально все. Тут вот арбалетчику только мне... Немножко жалко, что он минус мораль и сейчас наполучает ударов. Надо было ему щит выдавать. Эти-то ладно, вот это сейчас будет больно. Да. Давай, свап. А, у тебя щита нет. Это плохо. Надо срочно наверху помогать. Ты не можешь так, ё-моё. Как быть? Я не отступлю от них. А у них с моралью все шикарно. Пришлось рискнуть. Да, блин, сейчас топового арбалетчика могут убить. Я очень близок к гуфу. Его. Здесь-то ладно, воодушевление, все ок. А, так его неким прикрыть. Нет. Ай, блин, сейчас умрет. Твою мать. Есть, хорошо. Хотя бы так. Ну, это ж так. Понятно. Ну, вот сверху топор все равно меня может убить легко. У меня 50 хитов, на два раза попадает. Один раз, хорошо. Повезло. Теперь знаменосец немного, но... Знаменосец-то...
Я недалеко арбалетчик отвел, в этом проблема была. Все было очень контактно. Тут еще может ротация быть. Сильвестр стоит. Иду сюда. Пытаться помогать. Вроде норм. Ну, надо после битвы как минимум поставить... Поставить... Щит арбалетчику. Это раз. Так-то здесь уже мы его отбили. Просто у меня после битвы с этим Энтом, или как он там, Лешим. Не то оружие осталось. Выталкивают опять. И рядом с лучником образовывается снова враг неприятный. Но точность хорошая. Щит разломать до сих пор не можем. Здесь сломали. Тут тыкнули. Тут просто тыкаем. Лейминг тоже получил сейчас опыта. Все, справились. Ну, опять же, было опасно. Было опасно, было видно, что было опасно. Есть левелап, левелап. Так, арбалетчик, тебе нужен щит на свап и второй колчан с болтами. А, может, булавщиками приглушить их? А глушатся андеды вообще? Я не знал, что глушатся. То есть я не проверял, но по логике они вроде не должны глушиться. Так, это у нас танк будущий, да? Это крестьянин, причем это образованный, потому что мы ему дали бонус. Ему нужна выносливость, ему нужен melee damage reduction и, скорее всего, даже подтаскивать решимость, а не инициативу. Тяжелая броня и поехали. Он берет так же, как и остальные ученик, чтобы быстрее догнать. Этот на свап оружие берет дальний бой, атаку не берет, потому что она наролилась на единицу всего лишь. Берет инициативу и берет... Дэв тоже не очень наролился. Тут ничего не наролилось. Ладно, давай, Дэв. Что мы ему, как человеку, с которой уже стрелять должен копья брать... Что мы ему дадим, во-первых, в качестве второго оружия? Потому что дистанционно я бы выдал этим леммингам. Можно ему поставить, на самом деле... Ну, в идеале ему нужно какое-то дальнобойное оружие, чтобы с дистанции работать. Беру метательное, мастер метательного оружия. Ставлю пока что его на первую позицию. Уклонение у него есть. Тухит будет хорошим уже. То есть нам нужно какое-то оружие на вторую, да, позицию. И из людей, которые... Вот, этому мы вдаем секиру. Будет быстрее убивать. Здесь тоже метательные копья у лучника убираем. Ставим ему какой-то щит на свап. Просто чтобы вот если случилась такая ситуация, что все плохо, чтобы он мог взять щиток и... И подержаться, пока подкрепление к нему идет. Так, ищем следующий бой.
Так, есть квест какой-то на единичку. 300, как-то дешево. Выследить угрозу. Слабенько. Можно взять посерьезнее. Уничтожить старую хижину, уничтожить замок древних мертвецов, вернуться в город. Получить уникальный щит. Броню, да. Но вот сюда я на квест пойду тогда, когда хотя бы базовый уровень возьму вот этими двумя леммингами. Хотя бы еще два сражения нужно провести. Вылечились. Это Железное Братство. Караваны нас не устраивают. Давайте, видимо, угрозу выслеживать, раз никого вокруг нет. Всяко лучше, чем по дороге ходить без понимания, где враги. Кто там интересно? Они 21 нацхерер. Неплохо. Погнали. И это за 300 баксов 20 нацхереров. Как вам такое? Ту-ту-ду-ту-ду. Мелкие. Пока вижу только мелких. Мелкие. Но, как мы знаем, мелкие легко превращаются в крупных. Не, прям мелкие, да? Охренеть, просто армия целая. Как мы будем группироваться? Как мы будем защищаться? Будем ли мы людей как-то на вилах отталкивать с учетом того, что атак рейд 50-58? Думаю, да. Давай-ка вилки ставим раз. Здесь пока ничего не делаем. И этого товарища назад. Прям назад. Группируемся. Мне вот отсюда бы уйти, не хочется. Как-то надо их косить. Арбалетчика внутрь. Давай метателем там пару выстрелов сделаем. Этого внутрь. Этого надо от. Просто чисто, чтобы... Вот. Этого минимум на первую линию. Минимум. Лучника наверх не будем. Просто уходим от возвышения, потому что я не успею сам на него забраться. Давай так. Да? Да. Тебе нельзя пока никого бить. Просто пока коцаем. 007 переподписан. 39. Гир, спасибо за переподписку. Ну что, поехали. Сейчас они будут потихонечку жрать, но первое... Самое главное, чтобы мы действовали тогда, когда... И начали их убивать. Тогда, когда у них ходов не остается. Потому что такое количество мелких нацхереров... Они не сильные на данной стадии совсем. Но если ты бездумно будешь их просто убивать... Там появится Т2, Т3 и так далее. То есть они довольно быстро раз это самое. Вообще у них, они по морали в следующем ходу будут бежать процентов 90. Человек будет бежать по морали чисто. Потому что алибардисты там начнут сейчас скашивать по 3 человека. Будет очень больно, неприятно будет. Так, ты пока ничего не делаешь. Мы должны дойти до людей, которые могут... Ты же пока ничего не делаешь. Тебе можно уже по одному раз. По второму два. Так, ты пока ничего. Ты подрежь аккуратненько, подготовь. Пошла первая секира, да? А что, не пошла? Что мы не можем? Только так можем, да? Ладно. Минус мораль сразу. Пробел. Тут добивай тех, кто... Типа вот так раз. Ага. И, наверное, вот так два. Молодец. Дальше. Паника. Переносим линию танками поближе. Сюда. Это не столь принципиально. Пока что пауза. Ты пока ничего не делаешь тоже? Здесь раз.
И два аса. Адреналин. Чтобы не было этих прыжков вперед, понимаете? Подконтроливаем. Ай. Ах, арбалетчик, арбалетчик. Так и не достал ни до кого. Интересно, девка пляшет. Ну все, закрыли, получается, трупы на передней линии. Этого не, даже не бьем. Часть из них спокойно бежит. Ладно. Как раньше. Все начиналось, помните, с какого количества нацхеров? Вот. Да, тоже делаем так, чтобы они сначала подошли. А дальше контратакуем. Это чтобы по урону разогнаться. Чуть-чуть я не сдержался. Хотя уже пора. Погнали. Нормально же все. У этого копья нет, оказывается, тоже на ближний бой. Красава. Эти не убегут. Этот удар раз, не убежит. Эти уже все. Один спасается бегством. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Приветствую, привет. Михаил. Я хотел бы узнать про переезд. Привет. В Рязань. Так. Состоялся. И еще нет. Можно будет фотку сделать хоть? Конечно, конечно. Я могу скинуть... могу скинуть... Короче, напиши, если не сложно, maker@goodgame.ru на e-mail. Мы будем в Рязани в начале следующей недели. Там с начала следующей недели офис у нас арендуется. Присмотрели квартиры, нужно будет. Конечно, с квартирами проблемы, потому что те, которые надо брать, они через одного и того же агента, он какой-то несговорчивый. Надо сначала приехать. Вот, а потом уже. Вот. И договоримся о времени. Мы в любом случае будем в Рязани. В любом случае уже все. Нас поддержали финансово. Фонды наши замечательные, государственные. И мы там два проекта будем реализовывать. Давал его лапы у леммингов. То, на что я как раз и рассчитывал. Хотя маловато выдали опыта. Качаем их. Так, ты у нас атак рейд, да? Атак рейд, секира, инициатива и защита. Можно сразу брать уклонение, на самом деле, чтобы сохранить ему жизнь с большей вероятностью. Так как инициатива есть. Берем уклонение. Танчик у нас идет... танчик у нас, скорее всего, идет через здоровяка. Идет через выносливость, через мили-защиту и пока что через решимость. Потому что там слишком часто проверки будут проходить, у него решимость нерешительная. И... так, сдаем квест. Я попробую в город вернуться и по пути кого-нибудь встретить, потому что сейчас у меня осталось последнее сражение с бафом, с бонусом на опыт. И хотелось бы... но никого нет. Есть, 15 андедов. Древние почетные стражи, воскресшие воины. Это герои, это Т2, Т3 какие? Посмотрим сейчас. Ой! Хрена себе. Самые опасные тут, конечно, копейщики.
Но у них в целом экипировка топовая. Их 15, понимаете, 15. Если я вижу восставших, не вижу восставших, то может быть и убивабельно. Но 7 человек в тяжелой броне выглядит, конечно, капец, как неприятно. Это не копья? Как? Это ж копья. Это копье, это копье, это копье. Если ты про вот это оружие, да, это не копья, изогнутые какие-то. Больше похоже на цеплялку. Это больше похоже на меч с кровотечением. Так. Что делать? Это косы как у меня? Или косы, которые по одной цели, но притягивают и... Блин, 4000 фуловые. А, как у меня? То есть топ-2 чувака это вот раз и два получается. Хотя вот разное оружие. Вот это вот и это разное оружие. Фарбин поддержал ваш канал на 1000 рублей. Ой, спасибо, Фарбин. Привет, Михаил. Е-ей. Рад слышать, что у ГГ на ваших улице дела. А в топ есть одна интересная игра. Нет. Которая тебя точно заинтересует. Да, конечно. Манипулятор. Игра хардкорная. Ага. Ее очень увлекательно изучать, ага. Так как есть много уникальных механик. Все как ты любишь. Все манипулирует. Так, ну остальные мелкие, да? Ну такие зомбариты двашные. Блин, они выглядят даже страшно, а? Так, а какая, какой со сплэшем? Верхний или вот этот вот? Отсюда будут тыкать, мне нужно отступать. Что есть сплэш, что верхняя, да, коса? Ладно, я отступаю на верхотуру, просто чтобы здесь у них не было возвышения. Всеми отступаю. Отстреливать будем пытаться. Они вообще отстреливаются? Они ни хрена не отстреливаются. Хожу арбалетчиком. Да. Такой тип оружия. Как-то снизу надо еще прикрываться. Хз как. Блин, может одинокого волка все-таки этого использовать. Мне кажется, надо их немножечко делить. Надо делить как-то. Что тут под сплэшем? Ладно, это сплэш, это вытаскивает. Эти через клетку бьют, эти простенькие. Ты же одинокий волк. Да, одинокий волк. Давай сюда. Только не наверх, не забирайся наверх, сюда вот. Что лучник? Лучника? Лучники не могут здесь у тебя нормально сражаться. Тебе даже, скорее всего, верхотуры надо занимать этими танками. Основной наш герой. Удачи нам, короче. Неизвестный поддержал ваш канал на 300 рублей так. И сообщает: здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебе постоянно предлагают поиграть в игру Наита. А что за игра такая? Без понятия. Я не знаю, мне никто не предлагает. Смотрим, как они будут, не будут разбегаться. Я бы здесь
Я бы даже вот так вверх занял здесь. Чтобы они не все успели подойти. Там и круговые атаки можно будет делать. Но, возможно, мы топориста сейчас отдаем. Это не точно, но вполне возможно. Смотрим. Да, но топористы идут мелкие. Но мелкие-то ладно, хрен с ними. Там минус морали у него уже сразу. На лучника бегут. Топорист сейчас может по панике просесть просто. Опа! Рывок, рывок. Эти вперед идут. Ой. Что-то какая-то жесть здесь тут творится уже. Линия из трех, окей. Спускаюсь все-таки, чтобы начать дамажить. Промахиваюсь сразу же. Вообще не попадаю ни по кому. У этого сплэш. И чё, если сплэш, мне тут подставляться под него? Слушайте, они глушатся или не глушатся? Undead. Метатель неправильно подставил. Капец, столько проблем просто. Мне кажется, здесь надо возвышение занимать. И бить уже поэтому. Тут пытаться... Не попадаю я ничего. И метатель у меня не готов. Отступил большим чудом. Какая грязь. Очень слабо. Поддержал ваш канал на 1000 рублей и сообщает, но это игра. Игрок управляет ведьмой, которая создает и использует заклинания, чтобы побеждать врагов, названных в честь существ финской мифологии. Игра разворачивается в процедурно генерируемом двумерном мире. Ну хватит, ну фарбан, серьезно. Физическая симуляция для каждого пикселя. Ну... Я совсем не люблю выбирать и говорить о других играх, когда идет трансляция по совсем другой игре. Мы ее выбрали, сейчас напряженный момент, сейчас важное сражение. Мне не нужно сейчас продавать другую игру. У меня тут проблем хватает. Что за манера? Блин, не попадаю. Ну, это ГГшечка, скорее всего. Сейчас начнем с такой... Карнавал. Мажем. Просто мажем. Блин, выжить бы на этом ходе. Это самое опасное, самое важное. Потому что вот эти вот падут на следующий ход. Все втроем, и этот пойдет на следующий ход. Ой, вот это сплэш через. Промазал. Держитесь, пацаны. Попал. По герою бьет, попал. По герою мимо. По герою попал. Половина хитов. Так, внимательно. Коцай. Да ё-моё. Вот этого надо пытаться добивать. Хорош. Есть. Walking statue. Мы получили достижение... Оглушение работает на них.
Так, ну здесь тебе будет пролетать много, поэтому щит, пожалуйста. Так. Помогаю. Блин, только не паникуй, пожалуйста. А я не могу тут, да, ничего сделать. Я могу уйти попытаться, но я пытаюсь сразиться с ними, хотя, может быть, это и неправильно. Что здесь? Удар, удар. Хорошо. Этот встанет. Нет! Блин, герой. Главный герой уже больше, чем без половины хитов. Плохой удар. Никого не покоцал. Двигаю его. Ошибся. Не торопись, пожалуйста, здесь очень важный момент. У кого что? Хорошо. Что здесь? Здесь деф, по-любому. Своему чуть не попал. Пытаться глушить. Сюда ты кого? Вот этого. Хорошо. Копья заканчиваются. Да ну нафиг. Держись, родной. Не паникуй. Сейчас будет больно. Ой, затанковал. Хорошо. Кто здесь по пушкам? Оглушение. Самое, наверное, опасное оглушение. Так, далее. Убрали. Есть! Проходим леммингом вперед у него. Есть! Этот не попал тоже. На ком разгоняемся? На тебе пытаемся. Молодец. Продолжаем как? Продолжаем по тройке наверху. Шикарно! Минус еще один. Они воскрешаются, но воскрешают только зомби. Тыкаем, не тыкаем его. А что делать? У тебя нет вариантов. Здесь щит, потому что по тебе стреляют. По тебе бьют двое. Тебе бы добить, чтобы ход получить, не получилось. Тебе бы добить этого, молодец, чтобы ход получить, перезарядка. Так, кого оглушать? Оглушать надо вот этого пытаться. Не оглушил раз. Хорош. Ну, здесь не пробить. Блин, разрулили. Эпический бой разрулили с леммингами. Сейчас будет еще 2-3 удара. Этот не может пробить танк. Просто шикарно. Ну, а тут надо тыкать, наверное, уже менее здорово. Он, кстати, убил четверых. Четверых или пятерых. Главный герой жив. Цел орел. Танк выстоял, вот этот, Сильвестр Сталлоне. Бьем по тому, по кому проще попасть. Скрешаются обычные зомбари. Здесь пытаемся попасть. Здесь все равно деф делаем.
Добиваем, бафаемся, добиваем. Хорошо, почти. Тридцать процентов попасть, как вам такое? А вот этот вот топорист, он, кстати, выполнил свою роль. Он выполнил свою роль, он красава. Ой, поменялись местами. Ага, не попал. Там по недостающему количеству хитов. Лучник тоже ничего сделать не может. По выносливости мы выдержим, нет? 68-83. Тут просто у того меньше здоровья было. Да, выдержим, нормальность. Мертвые с косами стоят. Давай уже. Хотя, кстати, зря я это делаю. Ну, не факт, что этого я убью за ход. Даже я не вижу, как я его убиваю за ход. Стало быть, он с большей вероятностью попадет по этому. Ну да, надо было щит ставить. Топориста мораль изменилась на максимальную. Он воодушевлен. Так, еле-еле. Последний зомбарь остался. Изи. 400-500 опыта лемминги, представляете? Одинокий волк получил опыт. Новые шлемаки на 100-180 дефа. Ромфея. Меч двуручный, длинный изогнутый клинок, заостренный, закрепленный. Той пушки нам не выдали, которая... Круто. Круто. Все, и ребята... у нас нет этих. Нет. Стрел. Повышаем лемминга. Тройка, к сожалению. Шестерка. И опять же, наверное, хотя выносливость можно на четверку качнуть. Хотя тройка дефа тоже есть. На самом деле, выносливость ему тоже по лекалам нужна. Если мы хотим в адреналин идти. Что берем? Статы? Статы берем. Что танчик? Танчик тоже со статами. Пусть лучше. Тройка защита, четверка выносливость, четверка инициатива раз. И тройка защита, пятерка выносливость, четверка инициатива два. Он без атаки, у него другая задача. Товарищ топор, который так себя хорошо показал. Что он? Он противоречивый, во-первых. И противоречивого одиноким волком вообще не стоит делать. Потому что он там пару проверок провалит, и до свидания. Что ему брать? Атак рейд, защита. Выносливость, скорее всего. Что мы ему берем? Гримыка, кстати, тоже хорошо на него заходит. Раз его окружают, ему не нужен штраф от защиты. Да, давай гримыка. Ну, это топорист. Как бы топорист, у которого сплэш. То есть он должен теоретически не бояться окружения. Танк уже устал ходить с топором, кстати, да. Есть такое дело. А с чем он у нас? У нас с киснем, который я продал. Что забыл? Мне нужен кистень. На 11-м ему нужно берса и лютый ад будет. Да, он там с хорошей защитой, с хорошей атакой, со сплэшем выходит, с армором, с уклонением. У него 44 защиты.
Ну или длина имеет значение. Но он скорее тогда в танк превращается. Так, главный герой по единичке прокачивает, потому что уже ничего. И мы возвращаемся в город, как минимум для того, чтобы закупить стрельбу. Накинуть еще два бонуса буста леммингом нашим. Андейда 20. Тихо. Сейчас с тобой посражаюсь. Погоди, только не лезь. Тренировочный бой берем на 100% опыта. В предстоящем бою. Там хороший бой предстоит. Дальше заходим, берем 50 стрельбы. Проколотый щека, это что у нас? Минус выносливость. Ну, в целом, ок, ранений нет. В таверну бы заглянуть. Есть таверна здесь? Нет таверны. Погоди. Надо кипарьки, наверное, поменять, если есть на смену броньки. Я же броньку не успел это самое починить. Там есть бронница в городе, кажется. Кузница есть, бронница есть. Пожалуйста, не надо так. Проверяю, у кого что по броне. Давай так. Этому нужно взять какое-то оружие. Помните, у него метательное заканчивалось, он ничего не мог сделать. Можно двуручку древковую взять. Колчан вместительный. Арбалетчику. Сейчас надо посмотреть внимательно. Я бы поменял армор нашему основному, потому что он пробит. Проверил бы как минимум у танков армор. Кипарик. Кипарик только тяжелый ставится. Ты сразу просядешь по ловкачу. Тут... Да, просто x2 нано. Можно, конечно, снять, и, наверное, нужно даже снять, починить гладиаторскую броню. Снять вот этот кипарик, починить, зайти. Она здесь тир похуже врагов. Ну, я снял шляпку, не успел надеть. У меня чувак без шляпы просто. Удар в голову, до свидания. Там с одного удара убьет. Даже уведу его. Это пока норм. Смотрим. Так, эти сравнительно простые. Я уже давно, знаете, не рассматриваю вот таких вот зомбарей, как врагов. Там один с пятью справился потом. Но вот эта первая линия, вторая с копьями, она да. И мне для того, чтобы... Да, нужно, чтобы они подошли. Чтобы они подошли ровненько под наш сплэш. Для этого нужно перевести, скорее всего, второго еще сюда. Да, давай вот так сделаем. Раз. Хрен попадешь ведь. Пытаться надо. Вот, то есть этого чувака нужно сюда поставить. Чтобы и этот, и тот смогли, да. Блин, не хочу я топором.
Отлично ты поставил его. Показал, куда поставить, и поставил не туда. Это вот, да, ну. Потому что кто? Молодец. Че, с Богом? Там нацхер же еще. Что-то про нацхеров-то я и забыл. Сейчас пойдет вся эта бригада на меня. Я просто жду. Погнали. Так, зомбарь, этот контакт, эти простые-простые. Пошла стенка впереди. Да-да, я понял тебя. Ну, рассчитываю, что вот эти вот товарищи... О, надо мораль повышать уже. Там два танка просели. А, не успевает еще ударить. Две клетки и удар. Ё-моё, как плохо. Фух. Повезло. То есть вот эту линию надо ушатывать. Но перед тем, как ее ушатывать, нужно... Блин, 13 хера еще, вы чё? С ума сошли? Ненормально все. Ой, нацхер второго тира. Блин, вас еще не хватало, серьезно? Так, что здесь? Здесь мы достаем только до ближних, пытаемся глушануть. Здесь раз по трем. Не попал вообще, я только по одному попал. Тут не хочу занимать верх без кипарика. Я лучше пойду. Блин, а как лучше пойти-то? Он же сдохнет. Ну, я дурак без шляпы. Ну, а открывать здесь арбалета тоже не дело. Давай воодушевление, родной. Одному помогло. Больше никому не помогло. Поэтому я не попаду. Восемнадцать. Не убил. Адреналин. Это тоже конечное может быть. Не убил, не попал. 95 не попал, да? 95 не попал. Используя умение жатва, промахивается персонажа. Шанс 95. Твою мать. Ну, сейчас мне могут просто героя убить. Вот эти вот трое ударят по мне и все. Восемьдесят два мимо. Разбафл с арбалетчиком. Оглушил второго, в прошлый раз, оказывается, оглушил. И тут надо топористом стоять, терпеть, пытаться. Есть, минус два! Второй успел ударить до того, как они начали ходить. Еще воодушевление, давай еще воодушевление. Не помогло. Что здесь? По кому мы стреляем? Нацхеров не трогай, этого трогай. Да деф, а че? Ты же леминг у нас, ты же ни черта не умеешь. 17, нет. Он, кстати, завяжет лучников у меня. Я бы вот сюда отступил. Тут вообще очень плохой фланг.
попадает по лемингу. Щит мимо. Стан. Стан. Верхний щит и удар мимо. Этот вяжет. Блин, леминга бьет. И три удара. Мимо раз. Мимо два. Попал три. Сука, и рано. Зомбари встают. Нацхеры первые идут. Забегают со всех сторон. Блин. Что делать? Тут же как-то шотать надо. Либо этого, либо никак. Никак. Добивалочку надо бахать. Дамаг надо бахать. Еще воодушевление. Тут что? Ну, хрен знает что. Этого нельзя трогать. Поэтому ты даже попадешь, ничего не будет. Круговой нет. Отступить не можешь, этого вяжет. Встанешь сюда, получишь то три этого. Ждешь. Тут пытаешься разогнаться, а не можешь разогнаться. Что не этого ты не шотаешь, не того ты не шотаешь. Кто-то поможет, чем тебе может? Не может. Шотнул, молодец. Баф получили. Второго покоцали, молодец. Так, ты что, воодушевлять смысла уже нет? Можно попробовать сюда встать, чтобы не заняли верхотуру. Потому что тогда с арбалетчиком вообще будет проблема. Есть свап оружием. Что, лучник? Ты же у нас... А, ты у нас одинокий волк, блин. Есть, добил, хорошо. Как тебе жить? Что у тебя за травма? Минус выносливость. Понял. Надо уже первый ряд пробивать как-то. А пробивать неким. Он оттуда не уходит. Да, по нему попадает. По герою пробивают. Что делать? Пытаться леммингом здесь. Лемминг должен стоять. Ладно, попробуй оглушить. Не попал. Вот этих трех надо убивать как-то. Блин, как этих трех убивать? Там еще копейщики сзади стоят. Это жесть. Попадает по герою главному. Он умрет, игра закончится. Этот верхотуру занимает. Что делать? Эти с фулл жизнями. Этого мы не шотнем никак. Разгона у него нет. Чем до этого пытаться пробивать. Попал, молодец. Адреналин. Топорист родной. Что делать? Хороший удар, молодец. Сейчас очень внимательно, Миш. Добивать этого. Хорош. Баф пошел. Дальше. Сплэш по двум сверху. Да, попал. Хорошо, по второму не попал. Отжирается все-таки до второго. Он назад отступил. Собака. Ну, хорошо, не наступил на этого. Так, тут калека. Внимательно. Ты можешь, да? Может, ты толкнешь этого товарища? Попытаешься? Попытался. Ты попытался. Здесь что? Здесь хреновенько все. Надо ждать... Добиваем. Этим бегут. Ты что? Может оттолкнуть этого попытаться? Не попал, не получилось. Здесь что? Баф. Есть. Хорошо, молодец. Кого еще? Может новую цель просто добавить? Все равно, да, давай сюда новую цель. На следующий ход готовимся.
Воодушевлять нужно человека. Я, наверное, даже спущусь на клеточку, чтобы больше шансов. Тут что? Да тут жопа какая-то. Не попадает он. Лучник как? Лучник что? Наверное, так. Сейчас будет прилетать. Попали снова по нему. Подходит. Один удар. Что дальше? Этого толкнуть, этого вязать. Этого толкнуть, этого вязать. Ну, чтоб точность была меньше. Сейчас самое главное. Этот бьет верхнего. Оттолкнул собака. Минус наш. Но еще может главный герой умереть. Какая грязь. Да, арбалетчик тут никого не сможет. Поднимаются зомбари. Поднимаются в тылу зомбари. Блин, и не добился, сучок. Ну, главный герой, главное не потерять. Да и щит пытаюсь. Тут пока wait. Тут пытается добить раз, баф получил. Тут пытаюсь снять этого мимо. Главный герой может умереть сейчас. Наверху тоже умирает. Нет. Умирает главный. Брони почти нет. А потому что напали через паузу. Повезло, два промаха. Толчок, снова этого ставим. Мимо. Попал. Минус мораль. Что главному делать? Бафа нет. Это уходит, но мы его не добиваем. Главного героя спасти. Как была бы ротация, спас. Был бы таунт, скорее всего, спас бы. Добил, молодец. Надеюсь, что подходишь, рубишь, молодец. Надо ставить щит здесь, пытаться сюда пройти. А потом уже отталкивать этого от главного героя. Этот еле живой, не выживет, скорее всего. Мы здесь столкнулись, можем попытаться. Есть, вытолкнул. Сейчас на главного выводить. Да, этот все. Леминг тоже еле живой. Блин. Мне же нужны чудесные попадания. Есть, есть, хорошо. Дальше что? Хорошо. Ну, осталось-то вот этим спастись. Подхожу так, пытаюсь бафнуться.
Нет, нет, не пропустил, нормально. Есть, еще минус один. Не хватает. Не хватает. А, он все равно будет атаковать моего этого. Там же здоровья уже нет. Только голову не сруби. Промаш. Попал. Попал. Голову не срубил, но это минус. Вот суки. Такая эпичная битва. Легкие пошли. Восстанавливаемся. Занимаем, вяжем. Арбалетчик. Может по своему попасть, да? Минус еще один. Не оттолкнули, там хороший, там Сильвестр стоит, фуловый. Добили раз. Бьем два. Ну, слушайте, опять же, могло быть значительно хуже. Могло быть значительно хуже. Мы потеряли только одного, и я надеюсь, что все-таки окончательно не потеряли. Вопрос тут скорее, какой будет дебаф. Не потеряли. Минус ухо. Yes! Просто минус... А нет, подожди, это другой. Минус 5 да, на дальнего ближнего боя. Хорошо, 5% это не 40, не 25. Эпичный бой. О, доктор спасает. Доктор спасает. Там же минус локоть. Нет, там не минус локоть. Там минус палец. Это была очень крутая битва, конечно. Заходим, поднимаем. 11 уровень получает этот. Финалочка. Финалочка, два навыка. Нужно понять, что мы будем делать с этим товарищем. Он оглушение. Если есть мелкий, то добивает. Бафает, бла-бла-бла. Что мы ему можем взять? У нас два навыка. Потому что отваливается ученик. Появляется навык. Он чаще работает на второй позиции. Ему можно взять еще рокировку, чтобы спасать как раз. И... И что еще вообще? Можно к этому, к точности взять ему быструю адаптацию. Да, наверное, так. Да, он на саппорте таком стоит. Давай рокировочку и быструю адаптацию. Атак рейд двойка, к сожалению. Решимость хорошая, у нас второй сержант, по сути. Ну и, видимо... Давай инициативу все-таки. Лучник получает восьмой. Одинокий волк, нимбл. Берсерка пора брать, наверное, да? Да, берсерка. Да, точно берсерка? Точно берсерка. Инициативы у тебя нет особо. Ты... Нет, у тебя есть инициатива, но ты почему-то не дебафаешь. Дебафать тебя с люди с этим, с... Да, хотя, блин, может быть реально взять подавление, взять полегче броню. Полегче взять броню. Как там нимбл скелится? 40. Че по простой какой-нибудь кепке? Если без кепки. 40. Ниже не опускается. 40-50 это как бы эффективный максимум. Ладно, то есть ты у нас одинокий волк. Подожди, ты у нас одинокий волк, алло. У нас одинокий волк. Соответственно, тебе нужно... способ выходить, типа изворотливый какой-нибудь брать. Сейчас, подожди, давай стрельбу четверку. Да, защита.
изворотливый. Изворотливый для начала. Хорошо. Масса ранений. В ратном дворе, пока не забыл, берем на три, наверное, битвы. Двум леммингам. Раз, два. У нас стрельбы нет. Берем стрельбу. Сортируем шмотки. Продаем только те, которые целые. Остальные сейчас будем чинить. И попутно лечиться. Крутая битва была. Просто. В лучших традициях XCOM, кстати. Там такие тоже. Так, а здесь есть этот. Броница, ратный. Кузница. Что тебе чинить надо? У тебя же, помнишь, доспех еще был гладиаторский, который у основного героя не гладиаторский, он был потяжелее. Вот он. Ты его тебе ставить и чинить. Эти чинить. Чинить. Это все деньги, которые нам так сейчас нужны. Вообще гладиаторские хорошие эти доспехи, вроде как по соотношению. Они сразу с улучшениями. Не знаю, почему я их не использую. Поставлю-ка я. Ну вот, 40, да? 40. 40. Кипарик бы тебе получше, честное слово. Пусть 49, но кипарик в 3 раза лучше почти. Давай еще один какой-нибудь гладиаторский поставим. Оп. Лучнику. С ракет минималка, да, получается. Может, полегче ему. Ладно, неважно. А, что еще? Отдыхаем. Залечиваем раны. Надо будет проверить в 12 часов, как там у нас залечивание произошло. Блин, ремонтные наборы все тратятся. Просто по 6 штук. А новые-то не появляются. Мне уже нужно лезть отсюда куда-то. Куда-то по соседству. Ой, слушайте, я же мог двуручное оружие какое-то взять там на позицию на вторую. Там у меня были какие-то... Не, ладно, там вроде взял уже. 3 косаря есть. Надо идти сейчас за... За починкой. Арморы возвращать нужным людям. Менять, например, тебе. Легкий кольчужник. Какой? Подожди. Одинокий волк, что ты несешь? Это главный твой герой. Ты не тому выдал вообще доспех. Вот твой главный герой. Этому средненький, этому кепку не забыть. Кепку надел сразу. Нимбл перестал работать. Ладно, 50 пусть будет. Топор ок. Топору, кстати, неплохо зелье. То есть ситуативно повышать там его боевые характеристики в зависимости от... Да... Тут цеп нам все еще нужен, кстати. Цеп у вас чисто случайно не завалялся? Нет, не завалялся. Броница, кузница есть. Тут есть цепы, но старенькие. Фу, Бизон, привет. Привет. Да-да, 40 это максималка, я понимаю. То есть от 40 мы идем наверх. Кому мы еще... Кто у нас тяжелый? Не нимбл. Ты еще можешь быть тяжелым, не нимблом, но скорее всего нет. Ты тяжелый. Нет, ты нимбл тоже. Что, основной герой только в тяжелом?
Хорошо. Мне казалось, кто-то был. Кто-то был, но нет. Тогда можно значительную часть броник сливать просто. Серьезно, я потерял человека, который танковал, да. Который был тяжем. Ну, тяжем мы и подкачиваем как раз под эту роль. Ладно, погнали. Опыт взяли, взяли. Нам нужно ремонт, свежие следы, нежити 17. Но я бы сначала до города добежал. Ё-моё, там по 30, по 7, 34 человека. Зарубаются бандиты с андедами, бандиты выигрывают. Мне раны еще. И недочиненные доспехи. Так что в город. Точнее, в деревушку. Разбиваем лагерь. Ждем утра, заходим с утра. Смотрим, есть ли и почем. Есть по 300, берем все. И сейчас можно, оценив ранение, все еще битые, все еще... Надо дождаться 12 часов. Чтобы списалось жалование и прошла проверку на проверку этом. Что по ранениям? Ушли почти все. Кроме локтя. Минус наносимый урон. У важного человека. Но все остальные вроде как починились хорошо. Почти полностью. Кто там? Главарь разбойников там есть. Налетчики, разбойники, стрелков. Не, в целом они слабенькие. Они слабенькие, погнали. Налетчики Т2. Стрелки... Да, оружие хорошее у них. Так, ладно, есть две горы. Ой, больше гор. Тут у нас на удивление будут работать лучники. Тут на удивление будет работать там паника. Будем массово пробивать народ. Пока не подхожу. Смотрим, они сейчас стыдливо должны отстреливать нас. Да, топор здесь хороший. Вот у этого... Нет, вот у... Вот этого топорика. Метательная. Ну, для метательного, как вы помните, им нужно подходить ближе, чтобы попадать. Нормально так ротацию сделал. У них есть одна скала, у нас больше скал, соответственно. Так, метателей что-то много. А, вот он! У него броня какая-то. То ли это накидка, то ли это уникальная броня, ребят. Инграм ржавый клинок. Наплечники я такие не видел никогда. Нет, не уник. Блин. Спойлеруны. Заскакиваем лучниками. Обычно и все. Хотел порадоваться. Мехпанику наверх пойдем. Поведем. Ой, не успел. Не успел арбалетчиком, не успел. Ладно. Для этого я наверх веду. Он волк-одиночек. Он довольно универсальный по фатиге прочности. Оценим. То есть, там, бронька — это сочетание, по сути, количества брони и степени тяжести, влияющей на выносливость.
Я бы еще тут покуковал, пока не завел лучников. А они уже не это самое. Хотят лезть. И... Да я не прикрываю тут героя, у них довольно много стрелков. И метательного. Ага, один пошел. Тогда сюда, раз они сами наступают. Пока стой, пока стой. Ах, на мехпанику полезли. Герой прямо на нас. Это значит, что мы, скорее всего... Скорее всего, мы... Броньку с него не снимем. Слишком рискованно. Ну, как-то они странно себя ведут. Кто-то в дефе, кто-то вперед бежит. Здесь щит опасный. Убиваем, получаем баф. Как же они обходят? Их очень много довольно-таки. Их довольно-таки много. Их паника кайтит. Почему не хватило-то мне? А, потому что это продолжение второго хода. Блин, и главный герой получает. 34 точность. Капец. Да, прекрасно. Лучше бы ты место уступил другому. Ну что, главный герой у нас не может никого добить. Надежда, что на следующий, в рамках следующего хода он убьет сразу героя, не убил. Я тут поставлю, наверное, Коля. Опять же, чтобы как-то зря открыл героя. Сейчас у него фланг открыт, а по нему три лучника может стрелять. Минус мораль. О, вяжет. Так, у мехпаники, насколько я помню, я надеюсь, что все-таки есть. Так, этому надо добивать как-то. Минус половина головы. Ни хрена у него нет. У него есть щит. И он не выйдет оттуда. То есть мне добавляется еще спасение главного героя. Спасение мехпаники. Ой-ой-ой. Игра закончится, да? Надо срочно врываться в лучников. Как врываться? Господи, тут все плохо. Добивать нельзя. Надо сверху как-то помогать. Хороший удар. 50 на 50 попал. Метатель не попал второй раз. С воодушевлением нужно. Получилось. Я бы встал сразу леммингом сюда. Сразу, да? Без статов, без всего. Нет, вот так тогда. Под щитом. Что по добиванию? Маловероятно. Маловероятно. Он стреляет так. Что здесь по добиванию? Добить бафнуться. Блин.
Ладно, ты добиваешь, бафаешься, да? Есть, хорошо. Что дальше? Может, имеет смысл чуть спрятаться за щитовика. Но и тут нужна помощь. Мы успеем и так. Хорошо. И прячешься. Адреналин уже использовать не можем. Здесь щит и пробуем. Не получилось. Пробую оттолкнуть им их паника и убежать, получается, пока что. Ой. Здесь уходим. Перезаряжаемся. Уходим. По герою пытаются стрелять. Умрет все, ГГ. Попали по знаменосцу. Попали по знаменосцу. О, его убьют. И не только его. Да, я не был готов к этой битве. Герой отлетает. Добил раз. Перегруппируюсь сюда, чтобы завязать лучника. Пытаться добивать этого. Не добил. Рокировочку делать с кем? С этим. За минусом убегать. Что тут? Вот так попытаться. Раз, хорошо. Дальше что? У ближнего арбалетчика два. Тут свап на копье. Прикрывают героем. Ладно, тыкай. Пробуй. Есть, молодец. Еще. Не могу. Да. Хорош. Убегает. Убегает. Танк прикрывает. Тут фильм можно снимать по сражению. Сейчас внимательно, пожалуйста, Миша. Ой. Могу отступить им. Тогда галю танком. Хороший удар. Сейчас отступаешь. Ты что, ты верхнего? Плохо. Этот не уходит с булавой, либо он стан делает. Хорошо. Может добить для бафа. Выносливости не хватит после этого. Стан есть, проходит. Отступаю. Тут не попал. Тут надо помогать. Что тут? Добил красава. Хорошо. Блокирую арбалетчика. Так, ты внимательно. Добил раз. Даже вот так я, наверное, сделаю. Отступает, умирает. Как разруливаем? Просто. Это просто unbelievable. Вяжем. Нам помогает. Вы понимаете, да? Тут вообще разрулено было просто по красоте. Просто по красоте. Так, здесь опасно.
Как мне сдвигаться-то? Тут на дистанции мы его все равно бьем. Ты без головы. Я думаю, просто надо отдохнуть. Лучника спасать. Приходит в себя. Не попадаю раз. Камеру коты толкают, Джин. Играют с проводами, грызут интернет. Ну, я бы здесь подставил вот этого товарища. Тут лучше, наверное, оставить этих вдвоем. Выходим и идем помогать куда-то сюда, наверх. Сержанта пытаемся увести. Побежал следующий. Арбалетчик убегает. Зомби встает прям с лучником очень неудачным. Тут тыкаю, он мажет два раза. Я бы даже увел этого сюда. Да, хорошо. Ой-ой-ой-не-не-не-не-не-не-нет. Я побежал спасать лучника. Как мы с этим справляться будем, хз? Вяжем вот так. Тыкаем его просто. Все, остальные бегут на этого. На лучника все. Помогаем с этим топором. Здесь стоим в дефе. Молимся, чтобы так ушли. Выстрелили. Травма, отлично. Тоже к лучнику идем спасать. Убегает, не убегает. Ой-ой-ой-ой-ой. Срочно хелпуем. Бежит. Лучник. Вся броня у него в минусе. А жизни у него на два удара хватит. Давай сейчас мы можем механику потерять. Что я не добегаю. Нашими слишком поздно принял решение. Блин, механика у нас самый лучший лучник. Он не убегает. Там фловый стоит. Пробую добить для минус морали. Не получается. Через адреналин может попробовать. Но адреналин уже не хватит. Ни выносливости, ничего. Вообще могли успеть, конечно. Ну вот, все, ходит он следующим. У меня 50 китов, а у него меч Т2. Да, это ГГшечка, кажется. Не, фух, второй удар по голове, по броне прошелся. Так. А все равно не успеваем. Воодушевление, чтобы типа ему защиту добавить. Но щит оттолкнуть, какая вероятность там? 50 на 50. Не оттолкнул. Да, надо было лучника вести. Ему гораздо проще было дойти до этой штуки.
подставляю главного героя, чтобы снизить ему мораль. Мораль снижается. Возможно, надо было танковать и этими. Вот он. Щит-щит! Есть! Он не попал. Начинаем его окружать потихоньку. Оглушение сработало, изи. Да, изи, только чуть не потерял пол армии. Вяжи. Добро. На. На. Спасли. Лучник спасен. Ребята, вот такие вот битвы, они входят вообще в аналы истории. Просто... Согласитесь, разрулено было просто невероятно. Ладно, сейчас этого лемминга не потерять. Но я пойду отдыхать дня три. Панику спасли. Здесь, возможно, не так я сделан. Он еще может забрать мне. У него там с моралью все ок. Но нет, похоже, что нет. Добили, остался один зомбарь. Невероятное сражение. Зато мои лемминги получат огромное количество опыта. 100%. Потому что такие битвы, особенно для новичков, что на свой ход. Да, не достаю. Ну, там целый здоровый у нас танк. Он его никак не пробьет. Конечно же. Изи. Так, значит, минус защита у мехпаники, минус инициатива, порез мышцами. Порез руки. 1-3 дня. Здесь 2-4 дня. 2-3 у знаменосца. Я мог потерять знаменосца, мехпанику. Кто-то там еще был. А, главного героя я мог потерять. Очень круто. Ну, учитывая, что круче этого сражения сегодня у нас в любом случае не будет, я предлагаю закругляться. Потому что... Ну, это была мега-битва. Просто мега-битва. В целом, мы стараемся в кризисе держаться. У нас медицина есть, чтобы подлечить это все. У нас знаменосец получил левел ап. И... А вот что ему? Скорее всего, нимбл уже надо делать, чтобы мы его так не закидывали, как... Все, нимбл имба вообще лютая. Особенно, когда у тебя средний легкий армор. Дальше он берет решительность, потому что она для всех. И он, скорее всего, две защиты даже возьмет 3-3, потому что наролилась хорошо максималка и там, и там. Мы сегодня с вами... Ой, экипарик забыл. Сильвестр еле-еле. Просто какие же они... Мы потеряли каких-то там бойцов, я не помню уже. Но все ключевые у нас работают. Живые. Молодцы. Просто молодцы. Взяли новых леммингов, один из них к атакрейту.
Как раз на секиру вторую, потому что она ценная, мне очень нравится. А второй у нас танк. Обычный крестьянин, который сейчас находится тоже на второй позиции. Вот он. И он только растет. У него выносливость хорошая, максималка. У него бонусная немного защита и решимость. Все, что нужно для танка. Ну и все живы остальные. То есть мы подкачиваем потихонечку. Люди приближаются к уровням. У нас 11, 14, 10, 6 свап оружия. Медленно качается. Топор 10. На второй линии 8, 4 новенькие, 4 новенькие. 7 сравнительно новенький, 10, 11, 10. То есть еще, наверное, не знаю, битв 10 хороших. И у нас почти все будут 10+. Круто. Ну, на сегодня все, друзья. Спасибо вам большое за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Сегодня мы, как и обещали, обновили значительно раздел вакансии, друзья. И теперь там аж их 6 штук. Ищем девопса, ищем бэкэнда. Короче, все. Тут и JS, и QA, и Go, и, в общем, смотрите. Заходите, главное меню. Хорошая зарплата, наконец-то у нас есть финансирование, надо делать стрим-сервис, надо заниматься Кэнди тоже по 2P-шной технологии, потому что ресурсы есть, наконец-то можно нормально поработать. Поэтому давайте. Есть вакансия главный фудераст? Пока нет, я за него. Все, друзья, еще раз благодарю вас за то, что смотрите, особенно на ГГ. Увидимся с вами завтра. Низкий поклон.